Радио BBC и Союз независимых медиа уже четвертую неделю продолжают разыгрывать целую бочку бензина. Ровно в 9 утра ведущие выходят на связь на 101.7 FM с одной из точек города. Внимательно выслушав подсказки, можно отправляться на поиски. Тот, кто первым обнаружит автомобиль BBC, получит приз от партнеров акции. Генеральный партнер проекта – сеть автозаправочных станций «Октант». Партнеры проекта – моторные масла «Молегрин», сеть магазинов «Автошик», группа компаний «Автомир», «Авасервис Смарт». Счастливчик не только получит подарок, но и станет участником розыгрыша 200 литров бензина, который Союз независимых медиа и радио BBC проведут уже 29 октября. Ехал на работу, уехал, просто вас увидел, все. Сначала мимо вас проехал, потом решил вернуться. Радио часто слушаете? Только и вас и слушаю, в смысле только BBC. Акция приурочена ко Дню автомобилиста, который состоится 31 октября. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, новости на восьмом.